компания BMW представила в Лос-Анджелесе обновленную версию модели BMW i8 2018 модельного года, которая, кроме купе, получила еще и кузов Roadster. Обе машины оснащаются модернизированной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора мощностью 231 лошадиных сил и электромотора мощностью 143 лошадиных сил. Благодаря увеличенной емкости аккумуляторов, обновленная i8 в режиме электрокара способна теперь разгоняться до 120 км в час вместо прежних 70 км в час. Ну а дальность пробега на одних аккумуляторах увеличилась до 55 км. На 100 км в час кузовом купе BMW i8 разгоняется за 4,4 секунды, в то время как Roadster за 4,6 секунды. Это связано с тем, что из-за механизма складывания крыши и дополнительных усилителей кузова вес Roadster увеличился на 60 кг. Кроме того, опять же из-за крыши инженерным и дизайнерам BMW пришлось отказаться от задних сидений в пользу багажного отсека объемом 92 литра. Продажа обновленной семейства BMW i8 поступит в мае будущего года. Согласно инсайдеровским источникам информации компании BMW, немецкие инженеры и дизайнеры уже приступили к работе над новым поколением модели BMW i8 2020 модельного года, которая будет полностью электрическим с тремя электромоторами суммарной мощностью 750 лошадиных сил и дальностью пробега 500 км.